Известные новостные порталы Молдовы со ссылкой на западные СМИ рассказали о мощи азербайджанской армии. Читателям подробно рассказано о боевом мастерстве вооруженных сил Азербайджана, новых геополитических реалиях, созданных победой Азербайджанской республики в Отечественной войне, и о сильных сторонах азербайджанской армии. Кроме того, также подчеркивается, что успехи Азербайджана были достигнуты в основном благодаря современной сетевой структуре командования и управления, объединяющей интегрированные системы противовоздушной обороны, противоракетной обороны, а также системы разведки и наблюдения на воздушно-космической основе. Также авторы обращают внимание на то, что западные государства больше не являются единственными пользователями высокотехнологичного оружия, и что у Азербайджана есть военные средства, способные реагировать на более широкий спектр операций, чем у многих стран Европейского Союза. Аман Төрәев, Түркменстан, Аймұрат Дауыт, Оңтүркістан, Аяскер Мұрат, Азербайджан, Атабек Керімұлы.